Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Мы начинаем с вами прохождение одной очень интересной игрушечки в жанре, я даже не знаю, как это назвать, текстовый квест. Choice of Life Middle Ages, вторая часть. Почему вторая? Да потому что вторая вышла недавно, первая не знаю, когда вышла. Подписчики такие, поиграй. Ну, собственно, давайте поиграем. Ссылочки на плейлист по этой игре в описании под видео, ссылочка по играм, наверное, где вот плейлистик текстовые квесты будет, потому что что это, что интерактивное кино, мне прям зашло. Ссылочки на социальные сети, помощь каналу и так далее. Далее, стартуем. Север и юг были друзья, но юг захлестнула за трон резня. Король северян момент не терял и земли южан под себя подмял. Так, там какая-то книжечка, я вижу. Там книжечка, давайте вот так вот, может потом еще ниже сделаем. Так, слушать. Земли радости не принесли, зато жадность дворянскую мигом зажгли. Юг хотели до конца захватить, и король сопытался назад воротить. Так и закончилась жизнь короля, отравили южане или свита своя. Но наследник избежал страшной судьбы. Этот наследник вы. О, хорошо. Так, вы родились в королевской семье. Вам всего несколько месяцев. И править в таком возрасте еще не позволено. Расти быстрее, лежать спокойно. Действительно, вам повезло больше, чем 99% людей. Ну это да. Так, прошло несколько месяцев, и вы начали уверенно ползать под своим покоем, по своим покоям. Повсюду стоят блестящие предметы и яркие ткани. Как вам на это реагировать? Приучаться к повадкам монарха? Скромно играть. Ну блин, ну это как-то, ну нет. Давай скромненько пойдем. Так, вы забрались в чулан и нажали какой-то рычаг. Только через сутки, голодные и покусанные мышами, вы выбрались из тайного коридора. Так, понятно. Вы уже научились ходить и спокойно играете в своих покоях. Как вдруг вас повели на людную церемонию, на которую вам совсем не хочется пукнуть, злобно мямлить, приглядеться к толпе. К вам наклоняется шут и предлагает угадать, откуда у него такие шрамы. Теперь вам снятся кошмары. Да вы что, серьезно, угораете? Так, вас усадили на трон. Вскоре к вам приблизился худой усатый господин и преклонил колено. Дернуть за усы, не обращать внимания. Я Виктор, ваше высочество. Пока вы не достигнете совершеннолетия, вести дела королевства буду я. Ага. Да-да. Так, снахилочка, вы хотите что-то сказать, но слуга решил, что вы проголодались, начал вас кормить. Хорошо, тут походу отъехать, ребят, можно вообще по-простому, по-легкому. Так, ваше высочество, сейчас мало что понимает, и это закономерно в силу вашего возраста, но скоро мы начнем обучение, и я веду вас в курс королевских дел. Наблюдать за Виктором. В разгаре праздника Виктор разговаривал с одним из купцов. Восточное дело теперь исправно платит дань, как и остальные. Казна никогда не пустеет, смею сказать, это определенно моя заслуга. Слушайте. Полная казна — залог спокойной жизни в королевстве. К слову, не боитесь ли вы, что восхождение наследника на престол загубит результаты вашей политики? Так, слушаем. Вы внимательно слушаете, хотя для вас это только набор звуков. Я никогда не позволю королевству прийти в упадок, чего бы мне это ни стоило отдыхать. Виктор говорит что-то еще, но вы перестали слушать. Так, прошло несколько лет в замке. Вы выросли и были обучены грамоте. Сегодня у вас 13-й день рождения. Вы вольно делать все, что хотите. Потребует сладости, потребует игрушки. Позвать придворных и веселиться. В королевский зал пожаловали неизвестные вам люди, дальние родственники и прочий сброд. Все пьют какую-то странную жидкость, а на вас не обращают внимания. Ваше высочество, скоро вы вступите на престол, а до этого времени вы должны многому научиться. Прошу вас явиться на занятия. У меня сегодня день рождения, идти остаться... Так, идти. Вы отправились за Виктором в королевскую библиотеку. Перед тем, как мы начнем занятие, примите это кольцо. Каждый, в ком течет королевская кровь, обязан носить его. Это символ королевского рода взять. Предмет получен. Королевский перстень, перчатка. Увесистый перстень с изображением трикветра. Теперь украшает вашу руку. Так, теперь приступим. Сегодня я расскажу о престолонаследии. По закону власть переходит по мужской линии. Вы наследовали престол от вашего отца, следующим за вами по линии идет слушать дальше. В библиотеку вошла ваша тетушка Беатрис. Смотрим. Так, Виктор. Ох, ё-моё, тетушка. Не стоит так перегружать голову нашего будущего короля. У нашей светлости сегодня праздник. Да и скоро начнется охота. Пускай лучше поиграет в саду. Остаться. Виктор возразил, но ее
сиятельство, Беатрис настояла на окончании занятия. В смысле остаться? Ох ты, бля. Так, открыты пути. Сад, так, перемещение, это изменение масштаба. Так, так, а я не могу. Так, подожди, стой. А, о, все, все, есть. Так, куда? На охоту не хочу, у меня жопа там. Судя по всему, идем сюда. Ну, мы каток сюда и можем. Так, сад. По саду бегает ребенок еще младше вас. Вы уже встречали его? Это сын тети Беатрис. Играть с ребенком, гулять одному. Играть с ребенком. Возможно, будет наш союзник или враг. А что это? А, это я понял. Все, хорошо, это я понял. Да, подожди, тут еще... О, предметы. Так, навыки. Титул, ё-моё. Так, хорошо. Привет, двоюродный братик. Маменька сказала, мы должны дружить. Давай поиграем в рыцарей против... Ну, давай, давай, давай. Давай. Вы бегаете по саду, ищете оружие для боя с Александром. Взять стражника. Нет, стражник это такое. Взять метлу, ветку. Ветку давай. Стой, она с шипами была! Хватать колючую ветку оказалась не лучшей идеей. К тому же она оказалась слишком короткой против метлы. И Александр победил в этом бою. Ах ты ж, Александр. Смотри, смотри, там киса. Где киса? Александр забежал с двери и пропал из вида. Судорожно искать. Ну и пусть судорожно искать. Вы пробирались сквозь кусты, ну, гад, пока не столкнулись с Александром лбами. Плохая киса злая и царапала меня, что? Александр заревел и побежал в замок, а из кустов спокойной походкой вышла кошка. Погладь кошку. Вы наклонились и погладили кошку. Внезапно она начала говорить. Чё? Да-да, вот так хорошо. В смысле, говорящий кот? Кошка, и зовут меня Серпантина, но, собственно, где ваши манеры представиться? Вы торжественно объявили, что вы принц, но кошку это не впечатлило. Очень приятно, принц. Так-так-так, ты волшебная, что ты здесь делаешь? Ты волшебная? Серпантина не обратила внимания на ваш вопрос. Я чуть не вырубил запись. Случайно, у меня мышка уехала. Так, ты, значит, принц, значит, вы знаете, где королевская библиотека? Я была бы очень признательна, если бы вы проводили меня туда, ваша светлость. Зачем? Меня интересует одна очень редкая книга из всего королевства, она есть только у короля. Что я получу? Я уже несколько дней в этом саду, люди здесь много о чем разговаривают. Вполне вероятно, что вам угрожает опасность. Я расскажу подробнее, если вы проводите меня. Давай. Библиотека, я понял. Пошли в библиотеку. Какая-то странная кошечка, Потом выяснится, что ведьма какая-то. Вы открыли библиотеку и вошли туда вместе с говорящей кошкой. Серпантина начала с любопытством изучать корешки книг. Ты еще и читать умеешь? А вы язвительный принц. Ждать. Послышался шум шагов, и Серпантина шмыгнула за книги в библиотеку. Вошел Виктор и стал искать вас взглядом. Вот вы где, ваша светлость. Сборы на королевскую охоту уже начались. Скоро вы познакомитесь с этим благородным занятием. Здорово. Ой, мне там, кажись, капец. Тогда ваша светлость должна изволить собраться. Свита скоро выдвигается. Собираемся. Надо быть аккуратнее, у нас одна хилка осталась. Придворный нарядил вас в яркий сюртюк и кожаные, понятно. Так, вскоре вы с королевской свитой были на лесной дороге. Вам разрешили сидеть в седле, правда, коня ведут под уст. Так, сейчас я чихну. Я успел выключить микрофон. Скакать. Через час вы достигли опушки леса, традиционного места охоты на кабанов. Давай-ка лук, а, издалека. Вы же помните, что было в «Игре престолов» в первом сезоне? Маргарет подстрелил несколько зайцев и хвастается перед свитой. Теперь он взялся за копье и отправился на кабана. Его успехи вызвали у вас интерес, а вам тоже хотелось. Так, я лук беру. А, вы еще слишком малый, ваш светлый. Свита все сделает за вас, просто смотрите. Зачем тогда меня звали? Не слушай ты этого старика, малой. Пошли, покажу тебе, как охотятся настоящие мужики. Без обид, Виктор. Нет, я с Виктором буду. Пока остальные веселились, Виктор перечислил вам все сорта деревьев, растущих в этом лесу. Вы стали умирать от скуки. Солнце начинает садиться, но охота не заканчивается. Внезапно из глубины леса послышалось вопль Абатура. Свита бросилась на помощь. Бежать на помощь. Виктор схватил вас за плечо. Останьтесь здесь, ваша светлость, в лесу воются медведи и другие хищники, что может быть опасно. А нафига муса пошли тогда? Нафига пошли? Виктор оставил с вами двух стражников и придворного слугу. Прошла четверть часа, стражники устроились на поляне, а один из них даже начал дремать. Вскоре вы услышали треск веток. Так, нет, стражи, сюда нафиг! Пара арбалетных болтов вылетела из деревьев и сразила стражников насмерть. Слуга начал удирать, но болт достался и ему. Вам нацепили мешок на голову и поволокли. Звать на помощь. Вас несколько раз пнули железным сапогом. В том числе и по лицу. Желание издавать звуки пропало. Что ж такое-то? Кажись, этот
Проверяю, есть кольцо. Эй, какое кольцо? Стража! Предмет убран, королевская перчатка. В мешок вылезла рука и грубо ощупала ваши пальцы. Все, что вы успели заметить, это татуировка в виде рыбы. Значит, он. Кончай его. Тряпки его заберите, а тело бросьте во враг. Попробовать встать. Навык получен, шрам. Мешковину пронзил мощный укол лезвия и сильно ранил ваше лицо в истека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что еще? Что за дрянь? Эй-эй, бросьте его и помогите. В смысле умирать? Я думал, все сейчас игра закончится. Потому что у нас одна хилка осталась-то, ё-моё, вы че? Пришли в себя, ваша светлость? Где они? Кстати, эта киса меня спасла. Пора озлобленных троллей отвлекла их, и они разбежались. Где я? В лесу, где и были, только стемнело уже. Прийти в себя. Вы умылись в ручье и отведали ягод, об которые упорно терла серпантина. Каким-то чудом вы стали чувствовать себя на пару сердечек лучше. Отлично! Кстати, дай-ка я навык посмотрю, что он дает. Убийцы оставили безобразный шрам на вашем лице. Вас сложно узнать бывшего принца. Блин, а это плохо, наверное. Вокруг никого, кроме сверчков и серпантины. Вы почувствовали себя одиноко и решили обратиться к кошке. Откуда тут тролли? Кто эти убийцы? Доспехи у них дорогие, на бандитов с большой дороги они не похожи, скорее наемники. Ах да, и у всех были синие накидки. Это южане, это кто-то из приближенных. Это южане. Серпантина пожала плечами, или вам показалось? Так, разрешите спросить, вы долго собираетесь лежать тут и задавать вопросы? Убийцы ушли, но тут есть и другие опасности. Ты права, возвращаемся в замок. Так, ну это что-то как-то я это... А что в окраине леса, подожди? Вы бредете за серпантиной до самого рассвета, пока не оказываетесь на знакомой вам окраине леса. Вам захотелось остановиться и передохнуть. Осмотреться. Над горизонтом возвышаются башни замка, а правее на холме виднеется мельница. Ваше Величество, если вас хотели убить, не придут ли они, чтобы закончить начатое? Возможно, стоит не попадаться на глаза какое-то время. Ты права. Со стороны дороги послышались голоса, серпантина прыгает в кусты. Блять, да что ж такое-то? Сюда кто-то приближается, возможно, это убийца, чутье подсказывает, что нужно бежать и прятаться. Войти в лес. Вы устремились прямо в гущу деревьев, вскоре их стало так много, что вы потеряли... Нет! Пройдя около часа, вы прислушиваетесь к уханью совы. Это ни капли не помогает, зато красиво. Идти дальше. Вы проигнорировали предупреждение интуиции, скоро вы убедитесь в том, что заблудились. Так, вы только сейчас заметили, что уже стемнело. Возвращаться назад поздно. Переночевать здесь, звать на помощь, попытаться вернуться. Переночевать здесь. Ах ты ж, ё-моё, вы бродите в темноте и пытаетесь на ощупь найти место, где можно переночевать. Вскоре ваше тело покрывается ушибами и ссадинами от веток. После мучительной ночи на вас натыкается отряд стражи. Они выводят вас из леса прийти в себя. Вас отпаивают и кормят пайком. Когда вы отходите от шока и перестаете чесаться, к вам обращается стражник. По-хорошему, я должен отвести тебя к начальнику стражи. Ну, допрос. Ну, ты не похож на бандита. Тот ты что здесь? Грибы искал. Я принц. Так, нет, знаешь что? Я грибы искал. Стражник скептически посмотрел на вас, а затем приказал надеть на вас кандалы, ведут вас к замку. Ну, все, к замку отвели. Просто вдруг это был не стражник? Я не знаю, нахрена я в лес пошел. Вот не знаю, вот зачем я туда пошел. Интересно стало. Что за Е? Так, закрыть. Подожди, может, у нас новые навыки появились? Так, у нас абатура я вижу. Так, убийцы вижу, предметы. Слушай, вот может как-то от шрамов можно будет избавиться, я не знаю. Так, поехали, ворота. Что ты делал в королевском лесу? Говорит, ты знаешь, что его светлость принц пропал. Я и есть принц. Стражники хотят применить грубую силу, но Торик останавливает их. Еще один принц. Я знаю тебя. Позвольте мне увидеть Виктора. Я настоящий. Виктора! Это невозможно. Я не пущу в замок, кого попало. Доказывать. Вы судорожно пытаетесь доказать, что вы действительно принц, пока вас не прерывает гонец с донесением. Виктор приказал прогонять всех, кто будет представляться принцем, если тот не покажет кольцо слушать. Ну, наконец-то. Разгоним этот балаган. У вас, молодой человек, есть кольцо? Я его потерял. Ты меня не признаешь, дубина? Я его потерял. Есть. Давай. На всякий случай вы осмотрели карманы, но там было пусто. Торик прищурился одним глазом. Извольте очистить дорогу к замку. Когда я найду кольцо, ты поплатишься. Ждать у входа. Да, ах ты ж, ё-моё. Вот это да, вот это поворот, конечно. Слушай, это... Я понял, это вот наш учитель. Это наш учитель. Ждать у входа в замок. Титул получен, вонючка. Вы грозно скрестили руки на груди и встали под стеной замка. Через мгновение вам в голову плюхнулась вонючая масса. И что этот титул означает? Это типа достижение?
Теперь вы знаете, куда деваются фекалии. Понятно. Опять в лес! Меня выгнали с моего замка, прикинь? Окраина леса. Из кустов раздается голос с мяукающим акцентом. Обернуться. Вы видите, как серпантин лениво наматывает свои бока, и то и дело сверкает в вашу сторону зелеными глазами. Неплохо вас не пускать в собственный замок. Какие планы, ваша светлость? Ха-ха. Я не смогу сопровождать вас дальше. Вам придется действовать самому, но я могу дать подсказку. Какую? Что вас интересует, ваша светлость? Спрашивайте, а я подскажу. Как мне найти кольцо? Ваша светлость не справится в одиночку. Загляните в деревню неподалеку. Может, найдется наивный добряк, который проведет вас в лес. Может быть. И правда, кто-то из крестьян должен знать этот лес как свои пять пальцев. Да, конечно, конечно, да, конечно, да. Только кольцо-то у меня сперли. Ну что, ваше величество, это все, что вы хотели узнать? Нет, у меня еще есть пару вопросов. Я так помню, на охоте вы были с Марграфом. Может, стоит навестить его? Его земли находятся неподалеку. Вы даже не уверены, что Марграф не причастен к покушению на вас, да и к нему не пустят кого попало. Так, ну что, да-да, я еще хочу кое-что узнать. Как мне тут выжить-то? Что вас интересует? Да-да, как выжить? Бедный-бедный принц, вряд ли кто-то из крестьян примет вас на содержание просто так, но вы можете попытать счастье на севере в академии. А дальше? Если у вас получится доучиться до экзамена, то есть шанс встретиться с бывшим королевским магом. Может, он поможет, хотя я бы не доверяла магам. Учиться? Долгое время придется бездействовать, но что поделать, так вы хотя бы будете в относительной безопасности. План отличный? Нет. Ладно, понятно. Ну что, ваше величество, это все, что вы хотели узнать? Пожалуй. Кошка улыбается во все зубы и скрывается за деревьями. Голова трещит от переполнявших ее вопросов и раздумий, но вы понимаете, что пора идти, когда слышите рык животного из кустов поблизости. Так, быстренько вперед идем. Так, переправа. Деревня. Либо мельница. Давай деревня. Вы чувствуете усталость, однако за холмом уже слышен работающий люд в деревне. Осталось только преодолеть горку. Так, рвануть. Собирая все оставшиеся силы, вы сбегаете на холм, но не добежав до конца, кубарем катитесь обратно. Шикарно. Вы без сил валяетесь на траве и любуетесь голубым небом, пока обзор не закрывает чья-то голова. Осмотреться. Вы видите мужчину явно бандитского вида, квадратная голова, выбитый передний зуб и несколько мелких шрамов. Эй, путник, вижу, ты давно не жрал, могу помочь. Встаем. Да, так-то лучше, зырь там на повоз... Там повозка едет, ты, блин, стань прямо на дороге и придержи ее, дурачком, че, или... Так, я понял, бля. Я понял. Телегой управляет жилистый мужчина, выглядит он опрятно, что крайне непривычно для здешних мест. Перегородить путь повозки. Повозка останавливается прямо перед вами. Мужчина приподнимает с глаз свою широкую шляпу и окликивает вас. Лоуренс. Что такое? Тебе что-то нужно? Просить еды. Прости, но у меня почти ничего не осталось. Я везу товар в деревню, могу подбросить, а там уже что-нибудь придумаем. Рассказать про незнакомца. Торговец становится серьезен, благодарит и благодарно кивает вам. Ох, снова эти бандиты. Подсоби немного, встань спиной к лесу. Давай. Предмет получен. Железный кортик. О! 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 Вы делаете, как просил торговец, достаете два обертка, один из которых дает вам под белой тканью, вы замечаете кортик. Так. Пока вы рассматривали врученный вам сверток, над головой раздался громкий щелчок. Поднять голову. Торговец поспешно заряжает в арбалет следующий болт. На вас несутся три бандита. За их спидами лежит лучник с болтом в грудь. Так, сражаться! Титул получен, храброе сердце. Вы встаете как можно более угрожающе. Осталось только подождать, когда бандиты добегут до вас. Противник обходит вас по кругу и пристально следит за вами. Боевой клич. Враг теряется от вашего боевого пыла и спотыкается. Не тратя ни секунды, вы наносите удар по лицу. Враг становится на колени и сдается. Остаться на месте. Враг разочаровывается, что вы не купились на его обман. Ух ты, ё-моё. Разобравшись с нападающим, вы видите остальных двух, которые уже бездыханно лежат в траве. Торговец быстро запрыгивает на повозку к торговцу. Скорее садись, подвезу тебя до деревни, здесь небезопасно. Сесть к торговцу. Вы быстро и легко доехали до деревни, торговец высаживает вас на главной площади. Попрощаться. Спасибо, пропал бы я без тебя. Замолвлю с тебя кому надо, а теперь мне пора, прощай. По площади.
Так, вам в спину прилетает камень, оборачиваясь, вы видите двух мальчиков-хулиганов. Убегать, у меня хилка одна осталась. Они даже не гонятся за вами. Вы надеетесь, что никто не видел ваш позорный побег. Вокруг вас бегает пес, радостно виляя хвостом. Поиграть. Вы хорошо провели время с псом и его блохами. Не спеша, стуча тростью, к вам ковыляет седой старик. Поздороваться первым. Ох, сынок, вижу, что у нас впервые. По традиции деревни все новоприбывшие должны станцевать на площади для народа. Согласиться. Отлично, сынок, становись вон туда и танцуй. Старик собирает народ на потеху. Вот только сейчас понимаете, что попали в ловушку. А я станцую! А я станцую! А вот я станцую! Вы вспоминаете уроки танцев в замке и пытаетесь танцевать хорошо, но мальчишки постоянно мешают вам, кидая камни по ногам. Народ смеется над вами. Ладно. Желание находиться в деревне пропало, поэтому вы пошли на поля. Прогуливаясь между ограждениями и безмятежно трогая колоски пшеницы, вы спотыкаетесь обо что-то и падаете. Подняться! Встав и отряхнувшись, вы видите, что споткнулись от человека в чудаковатой одежде. Помочь встать. Вы рисковали своей чистой рубахой, протягивая руку, благо все обошлось без гигиенических потерь. Михель. Ох, спасибо, парень, ты прости, что лежал тут, ты из-за меня-то упал, я свою вину перед тобой искуплю. Ты кто? Меня зовут Михель, будем знакомы, я тут это местный охотник. Ты правда охотник? Ну да, а стрела, а лук мне на что? Ага, я не просто охотник, а лучший форест, могу по запаху находить следы. Просить о помощи. Ого, королевский лес, какое совпадение, я как раз выслеживаю там кое-кого. Рассказывай, что ищешь, рассказать все. Ох, зря, походу. Убийца, кольцо, неплохая сказка. Ну ладно, Михель сказал, что поможет. Михель это сделает. Встретимся у входа в лес. Идти за Михелем. Блин, а если он один из тех? А если он один из тех? А если он один из тех? Вы встречаетесь с Михелем и добираетесь до королевского леса. Он предлагает пойти по знакомой ему тропе. Идти, как шли на королевскую. Согласиться. Вы одобрительно киваете, Михель ведет вас в лес, обнюхивая по пути деревья, кусты и подозрительные кучи навоза. Слушай, подожди, а у меня же есть предмет-то, да? Есть. Так, вы замечаете зайца, который попался в силки. Забрать себе на обед, освободить. На обед. Следующий прием пищи обещает вам наслаждение вкусным мясом, а также, скорее всего, привлечет диких животных. Ё-моё, Михель предлагает сделать небольшой привал и поохотиться на живность. Поохотиться вместе. Навык получен, следопыт. Обнюхивать все кажется странным и бесполезным занятием, но вскоре вы и правда обнаружите, что чувствуете следы. Так, подожди-ка, навыки. Умение отыскать зверя в лесу, узнать, куда двинулась целая армия, и не заблудиться ночью по пути. О, хорошо. Так, пока охотник отвлечен, вы замечаете фиолетовый хвост. А, это наша киса. Вы убираете ветки руками и видите серпантину. Этот охотник какой-то странный, ваша светлость. Может быть, мне превратить его в собачку? Зачем? Ну как же, так он быстрее учует нужный след. Нет, не надо. А как отменить? Хи-хи-хи, я же шучу. Был бы у меня такие силы, но... Ну понятно. Вы двигаетесь в правильном направлении, но стоит поторопиться, согласиться. Как только вы отводите взгляд от серпантина, она пропадает, а вы возвращаетесь к Миелю. Из кустов слышны подозрительные звуки. Проверить! Да твою за ногу! Вы наблюдаете брачную сцену самца и самки королевских оленей. Самец этим недоволен и бодает вас рогами. Да вы что, угораете? Через час ходьбы по лесу вы наткнулись на остатки лагеря, в котором вы останавливались на охоте осмотреться. Здесь еще остались колышки от палаток, куски ткани и потухший костер. Свита уходила в спешке. Так, Михель сразу же принимается обнюхивать следы, при этом смачно причмокивая и оставляя вас наедине с самим собой. Осмотреть весь лагерь, осмотреть следы, осмотреть весь лагерь. Принюхиваясь и вглядываясь в землю, вы смогли различить следы железных сапог абатура, и они привели вас за дерево. Фу. Эй, пойди сюда. Ладно. Понюхать следы пахнут кедром. И что? Что-что, а ты здесь видишь кедр? Нет. Остальные следы пахнут замковой пылью, это следы стражников. Давай ближе к делу. Ну что ж ты, ученик мой, а? Эти следы отличаются от других. Их могли оставить убийцы, которых ты ищешь. Тогда идем. Так, вы проходите вдоль широкой реки с кристально чистой водой. Попить. Чистая вода разливается по телу приятным холодком и словно излечивает вас. Кажется, что даже детский шрам на заду затянулся.
Вы нашли опушку, на которой недавно располагался лагерь. Скорее всего, именно здесь остановились убийцы. Смотреть лагерь. По следу от костра и по примятой траве вы можете представить обстановку лагеря. В центре опушки находится земляная насыпь. Михель говорит, что пахнет могилой. Осмотреть насыпь. Небрежно наваленная куча земли выдает спешку исполнителей. К тому же здесь уже побывали дикие животные. Разрыто когтями. Раскопать. Предмет получен. Гульфик бандит. Вы откопали бледный, синий капюшон. Дал понять, что это один из тех, кто пытался вас того. Кольца вы не нашли, зато нашли гульфик, который припрятали себе. А что он делает-то? Опознавать аксессуар местных бандитов и... Ох, вот это зря. Вы нашли опушку, на которой недавно располагался лагерь. Скорее всего, именно здесь останавливаясь убийца. Смотреть округу. Почти все следы ног тщательно замели, однако пару отпечатков в земле вы все-таки обнаружили. Следы не похожи на человеческие, скорее всего, их оставили животные. Осматривать дальше. Обходя лагерь, вы видите еще следы вперемешку с лапами животных. Вам крайне трудно понять, куда ведут эти следы и кем они оставлены. Тщательно исследовать самому, все-таки Мигеля позовем. Измазав нос в грязи, Мигель напал на след. Вы идете по найденным следам, пока не замечаете груду мусора и пещеру неподалеку. Вы пытаетесь понять, что это, но тут Мигель откликивает вас. Что такое? Запах неподтертой задницы и отвратительной стряпни. Это те тролли, которых я выслеживаю. Что здесь делают тролли? Тролли? Они опасны? Эти нет, но раньше у меня с ними разговор не сдался. Вредители они, прогнать бы их. Пошли, осмотрим, только будь тих. Идем. Из-за дождя вас сложно заметить. Вы прячетесь за кустами и осматриваете логово троллей. У входа в грот расположился тролль и подозрительный человек в синем. По капюшону вы догадались, что это один из тех убийц, и кажется, тролль заставляет его делать седло. Спросить совет у Мигеля. Их там двое, второй спит в гроте. Судя по храпу, бедняга тот никуда не денется. А сами мы с троллями не управимся. Кто нам поможет? Надо вернуться в деревню, сходишь к Марграфу, Кристиану и спросишь... Нет, назад, не хочу. В последний раз смотрите на... Нет! Перед вами покосившаяся одноэтажная лачуга Мигеля рядом с забором. Так, от этого лица. Мясо и в несколько стопах сложной шкуры. Осмотреть мясо. Свежее мясо, обильное, покрытое солью, висит на крюке прямо под солнцем. Оно уже подкоптилось и вкусно пахнет. Нет, зайдем в дом. Так, вы вошли в дом Мигеля. Внутреннее убранство оставляет желать лучшего. Мигель предлагает вам напитки. Ячменная настойка, шалфейная вода. Действительно вкусная вода с нотками шалфея знатно освежает. Ну что, ученик мой, что мне тебе рассказать? Спросить про работу. Ваш разговор прерывает сильный и продолжительный стук в дверь. Мигель, выходи! Осел недоделанный! Кто это? Это Барт, местный хлебопашец. Мужики в нем души не чуют. Кажется, он зол. Это да. Все же прознал, что я за его дочуркой ухлёстываю. Извиняюсь, что втягиваю тебя. Да, переждем, скоро уйдет ждать. Гнида, я знаю, что ты там. Если не выйдешь, подожгу твои шкуры. Смотреть на Мигеля. Вы смотрите друг на друга и пытаетесь сделать вид, что ничего не происходит, пока вдруг не повеяло запахом горячих шкур. О, нет, только не мои шкуры, выхожу я. Только не трогай их. Выйти с Мигелем. Широкоплечий бард стоит с двумя хилыми крестьянами и угрожает Мигелю. Предложить дуэль, у нас кортик есть. Оставить в покое Мигеля, если победишь, лучше тебе наваляю, а потом и хмыря в навоз опущу. Поехали. Вы встаете друг напротив друга, а Михель со свитой Барта образует круг. Широкоплечая тушь начинает атаку, идя на пролом. Уклониться! Вы просто отходите в сторону, пропуская Барта дальше. Разозленный Барт разворачивается, носит над вами кулак. Присесть. Кулак пролетает прямо над вашей головой. Оказавшись внизу, вы видите, что Барт теряет равновесие из-за своего маневра. Сделать подсечку. Барт неуклюже падает на землю, не успев сгруппироваться. Этот маневр стоил ему разбитого носа. О нет, мой нос, это кровь, черт с вами, в этот раз я отступлю на Мигель. Если еще раз увижу тебя с Дарьей, легко не отделаешься. Так тебе и надо. Титул получен, рыцарь справедливости. Барт и свита уходят во свояси. Мигель благодарит вас, что спасли его от избиения, набив желудок до отвала. Вы попрощались и двинулись в путь. Так, дом. Пошли.
Вы дошли до центра деревни. Впереди виден двухэтажный дом, в котором, по словам местных жителей, Марграф Кристиан. Так, к дому. Наконец вы дошли до большого... Кого? До большого деревянного дома с разным фасадом. С резным фасадом, ё-моё. И ставнями на окнах. Рядом со входом на лавочке сидит грозный... Так. Выкрикивать лорда. Обойти дом. Кроме парадного входа, дверей больше нет. Дом выглядит внушительно. Без сомнений, здесь живет граф. Мужчина на лавке сверлит взглядом. Обратиться. Вы подходите к скамье. На ней удобно расположилось внушительных размеров мускулистый мужчина в безрукавке. А у нас этот... Блин. А вот эта штука сейчас нам плохо не сделает. Вот это вот. Я Грунда. Я тебя здесь первый раз вижу. Что ты хочешь? У меня просьба. Какой ударить? Нет. Просьба. Бандитов нынче развелось. Тебе лучше валить, пока я не принял тебя за одного из них. Так, уйдем. Уйдем, потому что у нас эта штучка есть. Отходя от дома, вы уже начинаете подумывать другие варианты, но кое-что привлекает ваше внимание. Из дома выходит коренастый мужчина в изящной рубахе и кожаном жилете с золотыми волосами. Марграф Кристиан? Гунда, успокойся, не пугай парня. Что ты хотел? Случайно? Не от Ренса? Я помог ему. Я принц. Ну, я помог ему, да. Гунда, чтоб тебя, это мой гость. Живо извинись перед ним, накорми и проводи. О, хорошо. Вас завели в кабинет на втором этаже и оставили одного. Стены помещения украшены головами зверей и штандартом королевских гвардий, а в углу красуется стойка с доспехами Кристиана. Осмотреть стойку. Доспех выполнен в цветах севера и устроен так, чтобы не стеснять движение. Снизу красуются мастерски сшитые сапоги, способные выдержать любое путешествие. Наконец появляется Кристиан и властно усаживается за резной стол. Глубоко вздохнув, он обращается к вам, слушая. Вижу по глазам, ты с просьбой пришел. Выкладывай, для тебя сделаю все, что в моих силах. Давай-ка протроллей. Похвальная инициатива, вы с Михелем молодцы, но разбираться надо своими силами. Все силы королевства брошены на поиски пропавшего принца. На поиски меня. Шутка хорошая, но у меня нет на это времени, зараза. Поступим следующим образом. В таверне, что недалеко от деревни, остановился отряд паладинов. О, слушаем. Ты дойдешь до таверны, найдешь этих паладинов и уговоришь их помочь нам за разумную цену. Все понятно. Хорошо, я сделаю это. Отлично, отправляйся завтра, поспрашивай людей о паладинах, а когда их найдешь, договорись о цене. Ох ты ж, ё-моё. Так, росток дуба, таверна, клад. Клад. Прогулись мимо дома Кристиана, вы замечаете пожилого крестьянина, который усердно копает яму в земле. Подойти. Сынок, пойди сюда, подсоби старику. А это не тот, который нас танцевать заставил? Что ты делаешь? Клад ищу. Если поможешь, то так и бывать поделюсь. О, давай. Совсем я постарел, вон руки трясут уже силёнок. Так, хорошо, соглашаемся. Старик рассказывает, как еще в детстве спрятал где-то тут клад. Слушай. Как он помнит, закопан клад был между домом Кристиана и курятником. Но, как назло, курятник давно снесли. Старик протягивает вам лопату и расплывается в беззубые улыбки. Давай. Слева видна крестьянская хата, спереди поле, а справа отхожее место. В одном из этих направлений должно быть место, где закопан клад, если выбрать правильно. Давай, около хаты. Ваша лопата натыкается, что твердое застревает, кажется, вы угадали. Так, выкапываем. Вы достаете большую кость, и тут же пробегающая рядом собака жадно выхватывает находку. Принц, фу-фу-фу-фу-фу, брось эту кость, глупый пес, копать дальше. Как вы можете помешать псу с такой звучной кличкой? Так, в одном из этих направлений... Так, хорошо, поле. Лопата звонко ударяется в какой-то предмет. Если уж это не клад, то явно что-то интересное. А я микрофон включил? Да, я микрофон включил, сейчас было бы забавно. Лопата звонко ударяется, та-та-та-та-та, вы достаете из земли тяжелый кубок и отряхиваете его от земли. Золотой кубок украшен самоцветами, на нем выгравлено на святой... Не святой Грааль. Обрадовать старика. Срочно закопай обратно и перекрестись. Кошмар, что только не найдешь в земле. Закопать. Вы возвращаете кубок в землю и на всякий случай запоминаете это место. В одном из этих направлений должно быть... Ну, понятно. О, угу. Лезвие лопаты входит в землю и проваливается внутрь. Похоже, там полость выкопать.
Вы находите утерянные страницы из повести «Запрет на любовь рыцаря Генриха и Леонардо». Лучше оставить его в земле. В одном из этих направлений должно быть место копать наугад. Вы снова что-то на что-то натыкаетесь, но уже не питаете особых надежд. Выкапываем. Пусть хоть сейчас что-то полезное попадется. В большой яме плотно составлено несколько деревянных бочек. Зовем старика. Наконец-то, не зря мы тут столько потели. Что это? Помолвка стащил у отца эти соленья и закопал здесь до лучших времен. Кстати, меня тогда так и не поймали. В смысле? Сколько лет прошло? Совсем опух. Они тут 50 лет тухнут. Зачем они тогда? Прости, старика, мне скучно стало. Вот и решил найти. Знаешь, на старости лет от скуки помереть можно, а теперь хоть кости размял. Ну-ну-ну, не злись на монетку благодарность, закажи себе похлебку в трактире. Ну, ё-моё, дедуля! Ну, хоть так. В таверне вы обнаружили, что выданных монет не хватает даже на кружку воды. Закрыты пути. Так. Так. Зашибись. Все, перекопали, что только можно, и... Ну, хоть помним, где находится кубок. У дороги стоит телега, точь-точь, как у Лоуренса, но его нигде не видно. Рядом же едва заметна тропинка, ведущая в лес. Пойти по следам. Взору открывается небольшая мирная опушка посреди леса. Лоуренс разлегся на траве и, закрывшись книгой, от солнца внимательно ее читает. Спросить про телегу. Ты меня напугал! Да кому нужна моя старая рухлядь? Там все равно нет товара, поэтому воровать нечего. Что ты здесь делаешь? Читаю детскую сказку, которую когда-то читала мне матушка. Я вот задумался, родители пугают детей этими сказками. Говорят, мол, будешь в лес один ходить, леший схватит тебя и утащит. Знакомо. Вы пустили скупую слезу, ведь вам до сих пор снятся кошмары. Вот именно, с некоторых пор я решил разоблачать эти истории, удовлетворяя свой бунтарский нрав, так сказать. Что на этот раз? А, эта история для меня имеет большое значение. Меня ею пугали, но я обожаю эту сказку, и мне жутко интересно узнать, правда это или очередной вымысел. Что за история? Про мальчика, который посадил желудь, и из него за ночь вырос дуб, пронзающий небеса. Что-то знакомое. Только там вроде сажали бобы. А, слушай, если ты никуда не спешишь, может, составишь мне компанию? Давай. Отлично, желудь я добыл, осталось посадить его и ждать. Посадить. Ждать придется долго, и вы решаете следить по очереди. Несмотря на чистое небо, в землю бьет молния, оставляя за собой небольшой огонек. А-а-а, колючие ветки! Потушить. Вы засыпали огонь землей, и тот потух. Из-за деревьев выходит белый волк, принюхивается и идет к посаженному желудю. Наблюдать! Волк неспешно подходит и гадит прямо на желудь, после чего возвращается обратно в лес. Удобрение. Множество разных птиц слетается к желудю. Оставить в покое. Птицы раскапывают землю клювом, но испугавшись, чего-то улетают. Ну, то, что там воняет волком. Ох, моя спина, сколько мы уже здесь сидим. Эх, похоже, зря это все было. Теперь на моем счету еще одна разоблаченная история. Жаль. Вы гадите... А, господи. Вы гадаете, правдива эта сказка. Нет, возможно, вы сделали что-то не так. Закрытые пути, росток дуба. Ну, может, потом дуб вырастет. Так, таверна. Случайная встреча. Так, из леса доносится крик о помощи. Посмотри, что случилось. Вы человека по пояс в болоте. Тону, тону, помогите мне. Так, незнакомец, синий капюшон. Пытаться помочь. Вы собрались с мыслями, решили, так, дать руку. Вас начал засасывать в трясину. Теперь вы тонете вдвоем. Орать! Вам повезло, что вдоль дороги проходили торговцы и вытащили вас. Так. Так, возможно, это как раз-таки тот персонаж был, который у нас исперл. У него синий капюшон, шрамы на лице и так далее. Перед вами просторный двор с двухэтажной таверной. Посередине несколькими строениями по бокам. Чего? А, все верно. Праздный народ уже развлекается вовсю. Чем займетесь вы? Ко входу. Из таверны прямо на порог вываливается пьяное тело. Помочь встать. И вместо благодарности мужик извергнул на вас содержимое своего желудка. Чувствуется стойкий запах пота и, ага, народ собрался в несколько кучек рядом с тусклыми свечами, стойку угрюмо протирает хозяин таверны. Осмотреться. К вам подходит старик и говорит, если угадаете, в какой руке сокровище, то оно ваше. В левой. В ладони старика красуется гнилой зуб. Вас толкает крестьянин, но вместо извинений начинает винить в этом вас.
не обращать внимания. Крестьянину стало неловко, и он сделал вид, что ничего не говорил. К вам пристал буйный крестьянин, требует выпить с ним. Ну давай. После нескольких кружек спиртного ваш новый знакомый заподозрил, что вы его не уважаете, и устроил драку. Да что ж такое-то? К вам обращается миловидная работница трактира и, зажав нос, настойчиво просит вас умыться. Вы промываете лицо и стираете свою рубаху. Вода становится желтой, а вы идеально чистой. Теперь люди смотрят на вас чуть-чуть приветливо и вернутся в зал. К вам подходит голый мужчина в латных сапогах и топ-хельме. Он бьет вас по голове своим шлемом, и вы теряете сознание. Что? Вы очнулись на теплой соломе в сарае. Похоже, вас сюда перетащили и заботливо уложили. Осмотреться. Вдоль стены сидят 8 голых паладинов. Их лица закрывают шлема, похожие на кружки. И, несомненно, вы искали именно их. Попросите о помощи с троллями. В вас горит праведный огонь. Вы хотите искоренить зло и принести пир на наши земли. Но хватит ли сил, которые ведут вас по верному пути? Давайте я просто заплачу. Кажется, они принимают только жидкое золото. Вы мало что понимаете из речей благородного паладина. Впрочем, они вряд ли отступятся. Что это значит? Вы пройдете испытание боли, разума и огня. Если ваша воля сильна, то вы достойны выдержите уготованное вам первое испытание. Вас вывели на улицу к дорожке из раскаленных углей. Некоторые из них периодически вспыхивают ярким пламенем. Ну, пробежать. Я что, дурак, медленно ходить? Ау! Уже первые шаги и жар от углей заставляют вас нервничать сильнее. Вы теряете равновесие и падаете. Не отчаивайся, ты познал настоящую боль, а значит, впредь она не испугает тебя. Твоя воля будет непоколебимой. Я справлюсь! Для второго испытания паладины вынесли несколько дробовых бочек. Все с удовольствием откупоривает их. Что теперь? В этом испытании вместе с братьями вы откроете свой разум свершением, которые ждут вас в верном пути. Твердая воля не борется с новым, она пропускает новое через себя. Так, вас заставляют пить, пока ваше помутневшее сознание начинает рисовать странные образы. Серпантин. Мой маленький имплит, что ты делаешь? Предаешься утехам с мужественным паладином, пока твои подданные друзья страдают? А ты кто, изыди? А ты плохой мальчик, хотя я люблю плохих мальчиков. Иди ко мне, я тебя обниму, утешу и поглажу. В моих объятиях тебе будет спокойнее, все беды пропадут, и ты будешь в безопасности. Странные видения развеялись, и вы пришли в себя. Благородный господин, вы открыли свой разум, почувствовали течение вселенной сквозь вашу душу? О да, еще и как. Это прекрасно, вы чувствуете это? Каждая часть этого мира теперь ощущается на коже. Кажется, я перепил великолепно. Да, чувствую. Последнее испытание. Издавна этот мир строился порядком, но вмешался хаос и разбил мир, построив причудливые формы. Так получился человек. Мы строим и разрушаем, мы выносим порядок, и порядок обращается хаосом. Логично. Паладины вскакивают с яростными воплями и хватают факелы. Начинается вакханалия из мечущихся повсюду паладинов. Они поджигают все, что попадается под руку. Впрочем, жертвам это не к жертвам не приводит. Хорошо, присоединяемся. Вы доказали, что ваш путь верен, и вам хватит сил не сойти с него. Орден кружконосцев, господи, блядь, пойдет за вами разрушить препятствия, ожидающие вас впереди. Это было весело. Тролли достойные противники, братья Мордена. Где их искать? Встретимся на месте. Вы указываете место, где паладины должны будут вас ждать. Договорившись, вы прощаетесь и уходите. Ох ты ж, ля! Да. Веселая игра. Веселая игра. И я думаю, этого достаточно для, так сказать, пилотного выпуска. Поэтому у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки на различные плейлисты по прохождению данной игры. Игры жанра, там, не знаю, интерактивное кино, текстовые квесты и другие. Также ссылочки на социальные сети, такие как Трово, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит, все ссылочки также в описании под видео, бусти и донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи!